больше бабушки Кати, ее люблю, что ее оладушки я всегда хвалю. Самое дорогое, что можно подарить в этот день людям старшего возраста, это любовь, забота и внимание. В Одинцовской библиотеке номер 1 прошел праздничный концерт, который подготовили для бабушек и дедушек воспитанники детских садов и школ. Танечка Чупахина в ожидании своего номера. Ей всего 5 лет. Она тоже, как и другие, пришла вместе с мамой поздравить пожилых людей с их праздником. У меня есть бабушка и дедушка. Их зовут дедушка Женя и бабушка Галя, бабушка Наташа. И еще они мне очень хорошие подарки дарят. Еще я их очень люблю. Еще им желаю, чтобы они не болели, чтобы они больше прожили. Артисты выступают с баяном и ложками, удивляют художественной гимнастикой, танцами. Звучат и русские народные произведения, и классика. Зазвенели частушки, такие родные и задорные. Хочется в пляс, но как тут не вспомнить молодость, восклицают гости. После концерта виновников торжества ждали небольшие сувениры. Как ваше настроение? Как вам сегодняшнее мероприятие? Отличные, молодцы. Спасибо вам большое. Вы на пенсии? Да. Как вы проводите свое время, свой досуг? Ну, я рисую. Вот недавно я рисовала. У нас были экскурсии ветеранов была. У нас они тоже хотят к нам приобщиться. Я нарисовала котика там. Вот. Скандинавской занимаюсь 2 года. Пою в хоре «Бабочки-бабеночки». Мероприятие было великолепное. И детишки выступали, и взрослые. Библиотека так нас приняла очень торжественно, можно сказать. Мы благодарны. Новая интерактивная книжная выставка «Душа русского народа» посвящена 200-летию со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова. При входе в библиотеку огромный стеллаж, на котором представлена полная библиография русского поэта. Каждый, кто позвонит в колокольчик, услышит стихотворение Некрасова. Тут я подъехал, лопочут ушами, сами не с места, я взял одного. Впрочем, скомандовал, прыгайте сами, прыгнули зайцы мои, ничего. Только уселась команда косая, весь островочек пропал под водой. То-то сказал я, не спорьте со мной, слушайте, зайчики, деда Мазая. Татьяна Мигдаль, Жанна Набок, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».